Дело в том, что с тех пор, как был анонсирован ChatGPT в конце 2022 года, образовательное сообщество стало активно осмыслять, как же именно он влияет, использование нейросетей, генерации, влияет на образовательный процесс. И именно поэтому мы придумали вот такое исследование, где мы с помощью психофизиологических показателей пытаемся замерить, как именно влияет искусственный интеллект на когнитивную нагрузку, как на эмоциональную вовлеченность в процесс обучения. И поэтому придумали такой эксперимент. В эксперименте мы используем следующие данные. Это непосредственно зрительное внимание, мы измеряем его с помощью айтрекера. Это эмоциональная напряженность, мы измеряем ее с помощью фотоплетизмографа и с помощью полиграфа. И следующий показатель, это тот показатель, который интересует нас больше всего, это когнитивная нагрузка. Простыми словами, когнитивная нагрузка – это уровень умственной активности. Он может быть повышенным, если задача слишком сложная, или наоборот пониженный, когда человеку не требуется больших усилий, чтобы ее выполнить.